Ну вот, настроились. Вот попытка записи с электропатефона, опять-таки. Но на этот раз шнур идет отсюда, заходит туда, короткий. Плохой, правда, не экранированный, но какой есть. Программа та же самая. Вот шум от самого проигрывателя. Пластинка. Так. Вот. Опять шнур. Ладно, сначала. Так. Вот, довели до ума. По громкости выставили. Вот шум небольшой. Ставим. Шум пластинки самой. Качество вполне приемлемое. Почему запись тихая? Скорее всего, от того, что она старая. Хотя, может и не в этом причина. Может быть причина в некачественном шнуре. Так что, не знаю. Вот так звучит оно через... А, ладно, все-таки шнур барахлит. Ну, хорошо. Пусть это был тест. Вот как оно звучит без шнура. Звук идентичный. То есть шум и передача точно такая же. Возможно, чуть-чуть яркость больше из динамика. Но это, возможно, свойство лампового проигрывателя. Что еще можно сделать? Как еще? Не знаю. Может, будут какие еще подсказки, советы по этому вопросу.